24 вересня сили оборони продовжують працювати по Курському напрямку. Відразу хочу попросити поставити цьому прекрасному відео лайк, підписатися і прокоментувати. Пане Романе, це робота наших сил оборони в Курському напрямку. Хаймерси накрили російський БУК М3 саме десь в Курській області. Наскільки ці БУК М3 є хорошою ціллю? Я так розумію, це були якісь касетні удари. Наша авіація працює по Курську. Заходять туди вертушки, вертольоти, заходять тактична авіація, виконують бойові задачі. І їм, звісно, однозначно мішає ПВО противника. Основні ПВО там зараз на даний момент С-300, вони туди ближче Курську розположені, а от уже армійські ПВО, типу БУКа, розбросані практично по этому направлению. Поэтому одна из основных задач наших средств поражения дальних – это уничтожение именно ПВО, завоевание превосходства в воздухе, попытка, по крайней мере, почему же полностью его там, конечно, сложно будет на себя перетянуть, этот контроль воздушный над российской территорией, но, тем не менее, уничтожить ПВО возможно. Кассетными боеприпасами, хаймерсами – это ракеты, скорее всего, нам передали М-30-е. В свое время была пара ракет М-30 и М-31 для «Хаймерсов», дальность 85-86 километров. С боевой частью М-31, это та, которая мы работаем уже третий год, с 22 года, у нее в основном осколочно-фугасная часть, а у М-30 кассетная. В свое время американцы сняли эти кассетные боеприпасы, эти ракеты с боевого дежурства там по разным причинам сняли, но сейчас, скорее всего, нам их передали, и вот эти ракеты М-30 с кассетниками работают на дальность 80-86 километров. Это оптимальный вариант, кстати, для уничтожения зенитно-ракетных комплексов, потому что суббоеприпасы, которыми начинена ракета М-30, они накрывают такую хорошую площадь практически с полфутбольного поля, и там, так сказать, удержать в боевом состоянии уже технику не получается. Она либо уничтожается, повреждается, либо подрывается, в зависимости от попадания. Пане Романе, так виглядає, що Курська область взагалі не те, що не цікавить Путіна, а він її готовий здавати. Тому що от останнє опитування демонструє, що росіяни лише 12%, фактично кожен десятий, цікавиться, що відбувається в Курську. Ну, якщо і дивитися відео з Курської області, які наші бійці демонструють, там одні мешканці кажуть і благають Путіна завершувати війну, виводити війська з України, тому що от Курськ весь страждає, а інші прекрасно кажуть, та ми знаємо, хто бомбить наші міста, тому що авіація і каби є лише в Путіна. Ну і загалом за останню добу там прилетіло дуже багато по Курській області саме кабів. Ну, чтобы контролировать Курскую область, допустим, если со стороны Путина смотреть, что для них Курская область, это 0,1% общей территории России. То есть для них потеря всей даже Курской области абсолютно никак на них не давит. Это однозначно. А тем более тот плацдарм, который мы сейчас удерживаем. Естественно, прекрасно они понимают, что чтобы нам захватить всю Курскую область, нам надо полумиллионная армия, которой на данный момент у нас просто нет. И с точки зрения логики они, в принципе, готовы не то, что там отдать, а подождать по времени. То есть, зная, что, предполагая, что даже если мы сейчас максимально усилим там наш контингент, максимум мы будем контролировать левый берег Сейма. То есть они с этим уже смирились, почему вообще начинают отстраивать на правом берегу Сейма отстраивать определенные оборонительные фортификационные сооружения. Потому они уже готовы левый берег Сейма отдать. И раз так, то значит никакие там информационный поток, давление, тем более граждан России на Кремль никак не воспринимается. Наше движение там проходит с основной задачей, то есть обеспечить безопасность сумскому направлению, сумам. И вторая – это сковывающие операции, сковать там несколько десятков тысяч россиян. В принципе, и первая, и вторая задача уже на данный момент выполнены. Сковали там до 40-50 тысяч российских войск, и они не появились на Покровском направлении. Направление сумское прикрыто, по крайней мере, от наземных операций. Сейчас будем делать все возможное, чтобы прикрыть еще и от воздушных атак, в том числе вот и через уничтожение тех же зенитно-ракетных комплексов, чтобы можно было
доминировать в воздухе, перекрыть это направление. Ну и с возможностью, в конце концов, раз угощают россияне, отдают левый берег Сейма, ну и раз угощают, чем не угоститься. Надо его занимать. Наши действия, которые сейчас тех бригад, вот мы с вами несколько дней проговаривали, по выходу на левый берег Сейма, это как раз Лужковский район, это направление в сторону Снягости, выполняют именно эту задачу. Плюс наши войска, которые сейчас расположены по северной границе нашего вот этого вклинения с направлением в сторону того же Курска, того же Курчатова, они дальше продвигаются, там выполняются определенные операции, тем более, что мы сейчас находимся, вот если посмотреть карту высот, на возвышенности, дальше идет низина, можно двигаться вниз в сторону Сейма, Курчатова, то есть это сверху вниз намного удобнее. Потому это движение будет продолжаться несколько месяцев, так это точно. Россияне уже не успеют свернуть операцию на Покровске, им сейчас это опасно, сворачивание операции. Если начнут выводить резервы, то могут потерять примерно половину на выходе, у них нет фортификаций на Покровском направлении. Потому у нас есть фора в несколько месяцев, практически до Нового года есть фора работать по Курскому направлению, и я думаю, мы будем работать, продолжать дальше, оптимально выйти на границы, не на границы, а на левый берег Сейма, то есть подойти практически к Курчатову, Крыльску, Кульгову, даже к Курску. Сейм выходит с Белгорода, а там дальше уже смотреть в сторону Белгорода. Но это все будет зависеть, конечно, во-первых, от наличия сил, средств у нас на данный момент и от помощи союзников. Без помощи Соединенных Штатов, без помощи Европы мы, конечно, эту операцию не проведем. Это наступательная операция, которая предполагает большое количество сил, средств поражения для выполнения наступательных действий. Ну, власне, про сили і засоби допомоги союзників. Знаємо, що зараз Володимир Зеленський перебуває з візитом в Сполучених Штатах Америки. Він відвідав завод в Скрентоні. Ми вчора про це говорили, пане Романе. Вони зараз виготовляють до 40 тисяч снарядів. І от їхня ціль – вийти 100 тисяч снарядів 155-го калібру в місяць. Ну, власне, такий збільшення, звісно, через війну України, Росії в Україні. 100 тисяч снарядів одного заводу – це є хороша цифра? Да, это очень хороший показатель. Дело в том, что те 60 миллиардов долларов, которые были выделены на помощь Украине в войне против России, они же большая часть, больше двух третей остаются именно в Америке. То есть вот этот завод из этих 60 миллиардов получает достаточное финансирование для того, чтобы расширить производство до максимально возможного уровня. Деньги остаются в Соединенных Штатах. Зарплаты получают рабочие этих заводов американцы, налоги платятся в американский бюджет, запускается экономика, причем именно запуск производства снарядов тянет же за собой целую цепочку событий, которые этому уже предшествуют. То есть это и металлургия, это и химическая промышленность, газ, ну и так далее, и тому подобное. Целый процесс, который дает возможность толкнуть экономику любой страны. Вообще такого рода заказы, военные заказы, они раскачивают экономику. И, в принципе, это довольно-таки хорошее вливание в себя называть, чем, кстати, американцы и занимаются. 60 миллиардов практически, больше двух третей останется в Америке, толкнет эту экономику. 100 тысяч снарядов, они вряд ли, чтобы все пойдут к нам, там все-таки есть определенный механизм замещения. Хотя общее количество снарядов мы эти и будем получать. То есть этот завод произведет 100 тысяч снарядов. Вот, допустим, произвели в этом месяце 100 тысяч снарядов. Они лягут на американские склады, вытесняя оттуда те снаряды, которые лежат уже там лет 30, допустим, которые скоро уже будут утилизироваться, и их нам передадут. Такое интересное замещение, которое дает еще возможность сэкономить американскому бюджету на утилизации снарядов. То есть это целый процесс, который запускается положительный как раз для американской экономики, для любой экономики, любой страны, которая помогает сейчас Украине. Пане Романе, якщо говорити, власне, про те, що відбувається на території Російської Федерації, і це вже не вперше, що цікаво, є в нас такий напрямок і аеродром в Омській області, і Омськ. Там взагалі загалом вже не вперше таке трапляється. Так от повідомляють, що в ніч на суботу, 21 вересня, зараз тільки стало відомо, що підлітки там спалили гелікоптер Мі-8. Як ви вважаєте? Тому що і це вже не вперше там палять техніку. Що це, хто це може впливати і чиїх рук це справа може бути?
Омск находится почти чуть ли не под 3000 километров от Украины, смотря откуда считать. Это почти под Казахстаном, там на траверзе Астаны. В Омске очень большой, самый большой нефтеперерабатывающий завод в России. Больше 20 миллионов тонн по году перерабатывают нефти, причем его полили уже. Там несколько заводов, военных заводов по производству техники, довольно-таки серьезной. Их уже полили, и вот уже добрались в том числе к военной технике непосредственно, к авиационной технике. Это уже третий такой случай в Омске. Я не просто так говорю, когда, наверное, не просто так вспоминаю, когда говорю о том, что уже начинается это протестное движение в России. То есть те национальные кластеры, на которые будут распадаться Российская Федерация, они уже формируют определенное партизанское движение, движение сопротивления. Там уже есть по некоторым республикам целые армии, которые могут выполнять боевую задачу для удержания границ своих республик. В России 21 республика и около больше 80 там всяких гособразований, на которые в конце концов может распасться Россия. И вот Омск такой один из показателей этих действий. Одно дело там Северный Кавказ, а это уже практически под Казахстаном. Казахстан рядом, извините, казахи рядом находятся, прекрасно понимают, что такое проблема от россиян. Потому что часть русских живет в том числе в Казахстане. Пока тихо, мирно, но туда еще пока ФСБ не влазило. И из-за того, вернее, скорее всего, из-за позиции Токаева, то есть руководителя Казахстана на данный момент, он пытается лавировать между двумя тяжеловесами, между Россией и Китаем. У него это получается на данный момент, потому там пока тихо в самом Казахстане. И вот один из вариантов, как не допустить в Казахстане повторения донецкого, крымского сценария, это тоже участвовать в развале Российской империи. Вот один из вариантов – это как раз работа по тому же Омску. Военные заводы, нефтеперерабатывающие заводы, военная техника. Казахи могут нам помогать. Казахи нас очень сильно поддерживают и в нашей борьбе. То есть это страна, которая прекрасно понимает, чем может закончиться война в Украине, если Россия не потерпит поражение. Они потом развернутся на Казахстан. То есть Казахстан будет вторым, наверное. Не страны Балтии будут вторыми, а именно Казахстан может быть вторым. Особенно север Казахстана населен россиянами. Пане Романе, ну от, власне, Володимир Зеленський перебуває з візитом в Сполучених Штатах Америки. Він провів ряд зустрічей з Шольцем, зустрівся. Напередодні Шольц сказав, що це його особиста позиція, що вони не нададуть далекобійну зброю. Каже, мовляв, ЗСУ мають Марс-2, ну це аналог МЛРС Хаймарців, 84 кілометри, і мають панцир 2000, які б'ють там до 50 кілометрів, от їх використовують. Вони не нададуть і не дадуть добро. І загалом поділилися таке враження, пане Романе, є Німеччина, Британія, США, які от вирішують дозволити, не дозволити бити по території Російської Федерації, а от всі інші країни, там, окрім Італії, вони кажуть, треба знімати червоні лінії, треба дозволити бити по території Російської Федерації на всю глибину. От мене цікавить, пане Романе, це така вигідна позиція, тому що вони знають, що вони не приймають ці рішення. Чи все ж таки це щире їхнє бажання, аби наші сили оборони мали змогу бити на весь радіус дії цієї зброї? Ну, по Германии тут двоякие причины. Первое, сейчас заканчивается выборный процесс в землях Германии, и у Шольца было очень такое шаткое положение. Вот последнее, одна из основных земель, которая, в принципе, поддержала партию Шольца. То есть у Шольца сейчас остается вариант выдвигать себя на следующих выборах, в следующем году уже. И по большому счету он решил этот вопрос. Мы как-то проговаривали с вами, там в районе 22 числа будут и выборы, и после этого уже будет попроще. Я думаю, сейчас риторика Шольца будет меняться. То есть он укрепился, по крайней мере, по землям, его партия укрепилась по землям. Есть возможность дальнейших продолжения своей каденции на посту вице-канцлера. И в принципе, я думаю, риторика сейчас его будет меняться. Хотя она, конечно, зависит напрямую
от принятия решений Белым домом. То есть он будет идти в фарватере принятия решений сейчас Байденом, а в следующем либо Трампом, либо Харрис, либо каким-то третьим кандидатом, который может еще появиться на выборах в Соединенных Штатах, не исключая такой возможности, это как черт из табакерки может появиться еще третий кандидат, и он будет уже принимать какие-то решения. Потому Шольц, естественно, как флюгер, смотрит в сторону Белого дома. Это Франция и Великобритания может рисовать и артикулировать именно свои пожелания или свое видение. И красные линии для них, в принципе, сильно ничего не значат. Почему? Потому что у Франции и у Британии есть свое ядерное оружие. Там 200-300 боезапасов ядерных у них есть свои. А у Германии нет своего. У них только расположено по программе ядерного обмена расположено на американских базах американское ядерное оружие, в основном ракет, бомбы Б-61-12. То есть Шольц немножко тут еще связан некоторыми такими внутренними проблемами. Ну и третья причина – это все-таки труба нефтепровода «Дружба». Она ж идет через Польшу в Германию. Но северная ветка, по крайней мере, идет через Польшу с Мозыря, с Белорусского, через Польшу в Германию, и они еще до сих пор за эту трубу вспоминают, потому что нефть все-таки есть определенные положительные моменты, когда есть нефть с нескольких источников, которые заходят, и, естественно, Шольц пытается ерзать на одном месте для того, чтобы нигде не потерять, не то, что не приобрести чего-то нового, а не потерять. И вот надо понимать, это его такое шаткое положение в этом смысле. Оно чуть оторвано от Британии и Франции, я уже сказал, почему. Но я думаю, вопрос будет решен. Почему? Потому что особенно британцы, особенно корона, британская корона, она настроена решительно на развал России, на поражение российской армии в нашей войне. И в помощи, в полном таком спектре помощи Україні, українському народу, українському государству. Власне, я починав запитання з Зеленського. Він заявив, що війна в Росії проти України ближче до завершення, ніж багато хто думає, і закликав союзників зміцнювати українську армію. Як можна розуміти ці слова, пане Романе? Быстро, так сказать, остановить боевые действия можно только капитулируя перед Россией. То есть быстро не всегда хорошо. А в основном быстро практически всегда плохо. Потому не получится нам быстро остановить боевые действия. Ну, а вопрос, вернее, как минимум, капитуляцию вряд ли кто-то рассматривает, потому что любая капитуляция она приведет к внутреннему гражданскому конфликту внутри Украины, снесет эту власть, так как только у них мысли о капитуляции начнутся. А внутренняя такая раздрай внутренний, он в конце концов приведет к развалу, в том числе и Украины. И россиянам намного проще будет ее захватить. То есть вряд ли именно механизм капитуляции кто-то рассматривает, хотя канцелярские эти черти, которые носятся с планами восстановления Украины, пытаясь потом нагреть руки на тех финансах, которые будут вливаться в Украину на восстановление. Для них это, конечно, намного приоритетнее, чем потеря там Крыма, Донбасса, либо капитуляция, либо еще что-то. Они привыкли бюджеты делить. А здесь светит именно такой раздел бюджета. То есть вопрос быстрого окончания боевых действий, на данный момент он однозначно не просматривается. Одна из основных задач завершения войны – это развал Российской империи. Без развала Российской Федерации война не окончится. Она будет длиться с определенными периодами, пока Россия не перемолотит всю Украину. То есть те, кто смотрят на перспективу, видят этот процесс. А те, кто пытается остановить боевые действия, чтобы нажиться на финансах, которые будут вливаться в Украину на восстановление, это у них другая задача. Ну, мы антагонисты с ними в этом смысле. Они не собираются жить в Украине. Для них накосить денег и, вспомнив про свой второй израильский паспорт, спетлять потом в Тель-Авиве. Вот у них основная задача. Ну, это основная задача всех этих двух паспортников, которые не знают, вернее, знают прекрасно, где они будут воровать, а где они будут жить.
Пане Романе, якщо говорити про роботу по півдню нашої країни, по позиціях ворога, то є прекрасне відео, як наші сили оборони, до речі, не вперше застосовують JDM, аби вдарити по контрольному пункту і спостережному пункту росіян, населений пункт Василівка. І, власне, Василівка, вона знаходиться безпосередньо на нулі, безпосередньо там, де свого часу намагалися сили оборони розпочинати свої контрнаступальні дії. Джедами хорошо себе показали, ну, тільки на западных, ну, что значит хорошо? Они могут везде работать хорошо, подойти сложно. Джедам сам по себе это обвес для авиационной бомбы. Это тот же КАП, если можно сказать, российский. Так вот, что КАПы, что джедамы, они сбрасываются с больших высот. То есть надо километров 10 подниматься истребителю для того, чтобы сбросить джедама, чтобы он вышел там на 70 километров, спланировал. У нас в основном джедамами, это обвесами, обнимаются, если можно так сказать, ФАБы 250, 250-килограммовые авиационные бомбы, старые, советские, свободно падающие, ну, за счет обвесов, крылышек, они потом проделывают еще расстояние, планируют до 70 километров. Но чтобы они пропланировали, надо их сбросить с 10-километровой высоты. А это значит, самолет светится, как новогодняя елка, на ПВО противника. И самолеты противника, и зенитно-ракетные комплексы противника могут перехватить, сбить наш борт. Это уже неоднократно было. И очень опасно, пока не завоевано превосходство в воздухе, а очень опасно выполнять такого рода удары, потому они выполняются в основном по западному фронту. По западному, может быть, где-то по южному. То есть вот Васильевка находится практически, если смотреть от Орехова, в общем, грубо, если наступать от Орехова в сторону Запорожской атомной, то надо будет проходить через Васильевку. Это один из таких приоритетных направлений нашего движения на Васильевку и на Запорожскую атомную. Потому, может быть, сейчас Васильевка и прорабатывается даже теми же джедамами, подготавливая определенный коридор для выхода наших войск, если они будут, то есть если наш генштаб будет предпринимать такого рода действия под освобождение Запорожской атомной станции. Пане Романе, якщо говорити по лінії бойового зіткнення безпосередньо, то, звичайно ж, Вугледар. Вугледар, якщо ми подивимось, то цей напрямок, де 72-га бригада, феноменальна, доблесна, фактично має серйозні проблеми. Ми з вами про це вчора згадували, про це треба говорити кожен день. Вона фактично оточена з двох напрямків. По карті так виглядає, я, звичайно, не експерт, пане Романе, але таки найближчим часом доведеться думати про якісь виходи, тому що выглядит так, ніби будет оточение. Ну, есть такое понятие оперативное окружение. То есть, когда противник может с помощью армейской артиллерии доставать до любой нитки, которая соединяет гарнизон с большой землей, если можно так говорить. Так вот, сейчас россияне после того, как вышли на Южно-Донбасскую третью с северо-востока и через Галициновку вышли на запад Угледара, они сейчас практически с помощью арты контролируют подвоз боеприпасов, техники, личного состава на угледарский гарнизон. Это можно говорить об оперативном окружении. То есть примерно так. Это не полное окружение, имеется в виду, там еще далеко до него, его может быть и не быть. Если будет достаточное количество сил, средств и усиленное это направление, то есть клешни могут разжаться. Россияне, они сами сейчас находятся вот при таком вклинении глубоком, они сами находятся в ущербном положении, потому что любые удары с флангов отсекают эти клещи на раз, два, три. Вопрос было бы, чем эти удары наносить и личным составом, и артиллерией, и боеприпасами в том числе. То есть еще до сих пор остается возможность, еще неделя-полторы где-то остается возможность деблокировать угледарский гарнизон. Если этого не произойдет, нам надо будет отводить наши части с Угледара, либо оставлять их в окружении, допустим, но в расчете на то, что в течение 2-3 недель этот гарнизон будет деблокирован полностью. Ну, то есть это такой опасный вариант. Мы как-то на нем очень сильно погорели в районе Мариуполя, когда не выводили свои войска из Мариуполя, надеясь, что разожмем тогда уже практически полное окружение. То есть
такие варианты надо, если выполнять, то только со 100% гарантией понимания процессов, что они могут произойти. Потому впереди довольно-таки тяжелые вот эти полторы-две недели, которые могут закончиться для нас как победой по угледарскому направлению, так и отводом войск. Потери Угледара – это значит потери и Курахова, и всего южного участка Донецкой области. В Угледаре 72-я, вы правильно говорите, действительно 72-я героическая бригада, которая, ну, выполнила практически, отминусовала два состава 155-й бригады морской пехоты Владивостокской, российской. Это сейчас у них третий состав пытается где-то там болтаться в районе Курска. Они уже их даже толком не перебрасывают на основные направления, прекрасно понимая бэкграунд этой 155-й бригады. Так вот, разгромы такие, серьезные, мощные потери 155-ка российская понесла именно от 72-й бригады, которая прикрывала, уже второй год прикрывает Угледар. А до этого было на Бахмуте, то есть такая героическая бригада, героический комбриг, который выполнял эту задачу, причем начинал он еще с 14-го года командиром роты, еще майором, вот вырос капитаном, по-моему, еще даже, вырос уже, дорос до комбрига и показывает, конечно, хорошие результаты. Это вот таких комбригов надо поднимать на управляющие должности, выше уже выстраивая определенную систему управления. Ну, скорее всего, так и происходит, потому что его сейчас будут поднимать в должность. Пане Романе, по Покровському напрямку, там побували журналісти видання «Більд», вони часто помиляються, але помиляються щодо там їхньої такої рьопки, він такий аналізує, що відбувається на фронті лише з інтернету. Так от, тут вони наочно бачили, що відбувається, кажуть наступне, особливо в районі Селидове, де намагається просунутися через шахти Селидівську, що відбувається? Кажуть, що величезні втрати в росіян на Покровську. Чому? Тому що вони намагаються, знову ж таки, живою силою просуватися групами, іноді 50-100 осіб, зайняти якусь ключову на нулі вогневу позицію. І що найважливіше, що вони при цих от штурмах втрачають величезну кількість особового складу. Залишається в живих 5-10%. Тобто, там, умовно кажучи, зі 100, яких йдуть, лише 10 осіб добираються до кінцевої точки, а всі по дорозі лягають. Таких штурмів може бути декілька, і таким вони намагаються заповнити цю точку, яку хочуть опанувати, але втрати от дуже і дуже шалені. А це із-за того, що становяться в строй не професіонали. Це та цифра, яку я постійно говорю. Що таке 1%? Людей, которые могут воевать от населения. 1% от населения – это примерно до 10% от военнообязанного возраста, от 21 до 49. А вот эти 10% они и выживают. Почему? Потому что это генетические воины. У них скорость реакции больше, у них внутренние, врожденные некоторые рефлексы есть, которые дают возможность им выжить и потом выполнять боевые действия. А вот эти 90% гибнут. Это всех стран касается, это всего человечества касается, в том числе, естественно, и нашей армии. А вот именно так нельзя делать ни в коем случае. Почему все эти мобилизационные законы, когда загоняют из-под палок людей, которые воевать не могут, а потом они просто гибнут. Почему? Потому что это так называемый такой естественный отбор на линии фронта, который нельзя допускать. Это россияне его допускают, но у них большое количество населения. У них они абсолютно не смотрят на потери как таковые, прекрасно понимают. То есть что делают россияне? Собирают, вот, грубо, собирают 100 россиян, 100 этих российских, понимая, что из этих сотни, из этой сотни, 10 человек только, вернее, 10 россиян только могут воевать, а 90-100% погибнут. Так вот, их бросают на линию боевого соприкосновения, как раз в конце концов, получая методом естественного отбора, гибнут не готовые воевать, получаете 10%. Этих 10 террористов, которые выживут, потом это, можно сказать, профессионалы, из которых можно уже потом ковать более-менее готовую профессиональную армию, линейные части, которые потом уже российские командиры их пытаются свести в одно подразделение. Ну, то у них вот такой отбор, вот такого плана. У нас он такой же. У нас та же самая картина. У нас 100 человек становится в строй,
А это определенный процент от населения. 100 человек становится в строй, и если их отправлять на линию боевого соприкосновения, 90 погиб. Они генетически запрограммированы погибнуть. Почему? Потому что выживет только 10% из этих поставленных в строй. То есть от 10% от военнообязанных – это 1% от населения. Это такие цифры, ну, они забиты, наверное, в саму историю, вернее, в саму систему мироздания. Так это практически везде происходит. Это та же самая картина там в животном мире, в ульях, ну и так далее и тому подобное. То есть это нельзя так делать, нам так нельзя делать ни в коем случае. Нам надо сразу находить эти 10, этот 1% от общего количества или 10% от военнообязанных, их привлекать и их мотивировать, и их ставить в строй. Они выживут, они сразу выполнят боевую задачу. Во-первых, они выполнят боевую задачу. Они не уйдут, не бросят позиции. Потому что если вы 100 человек завели на позиции, 90 из них, понимая, что погибнет, они не могут воевать, то они просто бросят эти позиции и уйдут. Вот проблема где. Вот это то, чего нельзя допускать ни в коем случае, то, что надо разворачивать систему мобилизации. Вот привлечение, сейчас только экономическое, то есть финансовое привлечение, вот этих 10% от военнообязанных или 1% от населения, постановка их в строй. Механизм этот есть. Есть определенные тесты на то, чтобы именно пропустить из 100 человек военнообязанного возраста от 21 до 49, пропустить эти 10%, понимая, что они будут воевать. Тесты профессионалы, психологи знают прекрасно. Но он, когда в летное училище поступали, там недели две, наверное, все эти тесты проходили разного уровня, причем именно на них и отсеивалось люди, которые не смогут потом летать. То есть эти тесты направлены под разные задачи, и их можно проводить. Именно так и надо отбирать профпригодных, но их сначала надо мотивировать. А мотивация должна быть на данный момент финансовая. И, конечно, механизм постановки в строй мы уже проговаривали, прямой рекрутинг непосредственно в бригаду. Вот ППД, так называемый пункт постоянной дислокации, тоже 72-й бригады, если туда завести и запустить там рекрутинговый центр, там очередь будет стоять. А понимая, что у них там комбриг толковый и знает, что делать. То есть тут еще такой естественный отбор командиров будет проходить. Почему? Потому что к непутевому командиру люди не пойдут просто, и он останется без людей. Тогда эту часть можно на ноль множить или менять командира. А к тому командиру, которому очередь будет стоять, его можно поднимать для того, чтобы он уже контролировал другую часть более высшего, так сказать, направления. Нам еще эту тему надо развивать по поводу управления нашими войсками, потому что у нас есть сейчас эта проблема есть. У нас в свое время было правильно принято решение уменьшить систему управления, которая, когда было 400 километров Донецкого фронта и неактивные боевые действия. Тогда у нас было, в принципе, одно колено всего управления. Генштаб, АТУФ, это оперативный орган управления, и бригады. То есть, ну, это 400 километров фронта. Сейчас у нас больше 1000 километров фронта. Это уже не работает. Надо увеличивать, то есть увеличивать количество колен. А то уже мало. Надо подниматься до уровня армии или там дивизии. Можно пропустить дивизию сразу на уровень армии. Нам придется создавать 3 армии, это как минимум, а там уже смотреть, делить или не делить по дивизиям. Это тоже, может быть, нужно будет, если будем развивать, допустим, направление в сторону Москвы. То есть Курское направление, Брянское направление, Белгородское направление. Это уже должны заниматься не АТУ, это должны армии заниматься. Армейское управление должно быть увеличиваем фронт, значит, надо увеличивать в том числе і систему управления. Пане Романе, я вам дуже дякую за це зведення. Нагадаю нашим глядачам, вівторок, 24 вересня, обов'язково підписуємось, коментуємо, ставимо лайки і, звичайно ж, ділимося щоденним воєнним зведенням. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу.